В Мактааральском районе семьям, пострадавшим от наводнения, начали выдавать банковские карты для получения 100 тысяч тенге из государственного резерва. В общей сложности помощь получат 846 семей, а это 6128 человек. Для этого созданы специальные пункты выдачи карт. Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев сообщил, что каждый пострадавший в регионе получит 100 тысяч тенге из республиканского бюджета. Из фонда Алишера Усманова планируется выплата 5202 домам по 1000 долларов. Это касается жителям 5 населенных пунктов. Это Жана Турмыс, Женес, Фердауси и Дост, Оргебас. Были выпущены 4087 платежных карточек. И с сегодняшнего дня в 14 местах, в поселке Мырзакент, Атакент, в эвакуированных селах, которые сейчас уже жители возвратились, начали раздавать эти карточки. На данный момент раздано уже 3088 карточек.